нипочем. Мы нальем 100 граммов водки и закусим чесноком. Все болезни пустяки, с ними в жизни проще. Страшный вирус мужики называют тещей. Маски в магазин надели и пошли за колбасой. Ну куда глаза глядели, кто пришел с чужой женой? Взял кредит и денег пачку, спрятал я за печку. А жена на всю заначку закупила гречку. Страшный вирус, сей страх, есть на то причины. С другом Васькой в гаражах мы на карантине. Русских вам не испугать, все не так-то просто. Что нам вирус, вашу мать, после 90-х? Важнее, чтоб рубль вырос, ну а доллар вниз упал. Так что ты, коронавирус, не на тех с войной напал.